1, 2, 3. Ае, вечер добрый, Гугейм, Твич. Ребят, всем привет. Сегодняшний замечательный, не менее замечательный, чем вчерашний, не менее никак, а замечательный, чем позавчерашний вечер. Мы, а это мы, в смысле я, вы, продолжаем. Мы продолжаем этот вечер. Да, я забыл, что хотел сказать. Я хотел сказать, что с нами великолепная, замечательная, обворожительная и во всех отношениях приятная Баракуда. Привет. Здравствуй. Да. Привет всем, кто уже к нам пришел, кто готов к расследованиям, дедукции и пальбе по заложникам. Да, да, сбивание, как Ролл сказал, сбивание столбов и светофоров. И светофоров, да, да, именно так, Ролл. Привет. Кстати, я вспомнил тут сегодня, я же читал там разную литературу в свое время. Ну? И методы и степень погружения детектива в дело и его желание добиться истины мне очень напоминают методы испанской инквизиции. Когда всем было все без разницы, пальцем кто-то указал вот этого наказать, или сами захотели, или там что-то им показалось, или там... Гоните его, насмехайтесь над ним, да? Да, да, да. Ну, там, где было не то, что... То, что испанская инквизиция, по-моему... Я читала очень, так сказать, как бы это сказать? Да так и говори, да, они тебя не найдут. Всех, кого могли, они уже сожгли. В общем, очень интересные методы выявления ведьм. Связывать руки-ноги там накрест и с каким-то там то ли колесом, то ли ящиком бросаем в реку. Если утонула, ну, значит, она была не ведьмой, и Господь ее принял. А если нет, то она ведьма, и нужно над ней поиздеваться еще. В общем... Да, Malleus Maleficarum. Настольная книга искателя и охотника на ведьм. Угу. В общем, методы прям вообще... Лучшие. Лучшие, да. Так, но мы, надеюсь, не будем придерживаться этих методов. Я бы очень не хотел. Хотя на самом деле у меня есть. Так, допрашиваю свидетеля, да, бросаем в реку. Врешь? Что там в Лос-Анджелесе протекает? Там же есть какая-то река. Ну, он на каком-то берегу, наверное. Ну, там река была на карте, я помню. Ну, потому да. Что восточная часть города, она за мостом. Ну, да-да-да. Ну, тут... вот, в общем, да, публичные допросы будем устраивать. Таким нехорошим гражданам. Так, да. Ладно. Так. Собственно, мы продолжаем наши когнитивно-социальные эксперименты по управлению одним персонажем в синглплеерной игре двумя головами и двумя руками. Угу. Геймпад с правой стороны держит Алеандра, она же Баракуда. Да, и слева иногда на какие-то кнопки нажимаю я. Да, так бывает. Оп, переключаем бодиночку. Итак. Поехали. Крестик. Да. Да. Крестик, который А, квадратик, который Х. Да. Кружочек, который Б. Да-да-да-да-да. Так и живем. Ролл, скажи, пожалуйста, хорошо ли слышно нас? И... Громко ли игра? Да. И вообще, все ли гармонично? Потому что, судя по индикации, она идет. Но я этой индикации уже перестал доверять, на самом деле. Уси брешуть. Может, мы будем смотреть на это. Да, я понимаю, что это election year. Выборы, выборы. Кандидаты. Именно. Червонное золото, это как? Я что-то все время забываю выяснить. Та проба золота, которая входила в червонцы, в монеты. А-а-а. Ну, там не очень высокопробная, прямо скажем. Просто знаю, что, ну, в смысле, украинский, ну, червонный, в смысле, красный, я так думаю, по-моему, какое-то розовое золото есть, а вот красного не помню. В общем, какие-то у меня такие не в ту сторону были рассуждения. Mm-hmm. Не, червонное, насколько мне помнится, это именно от Чирика произошло. Окей. Так. Может, сменим костюмчик, а тут что? А, кстати, там, да. Там же у нас это... Не, здесь, не тут. Вот тут. Это с моей стороны. Так.
Не, он симпатичный, но... А какой нам дали? Ну, вот этот был. Он чужак, как это называется, по-моему. Снайпер? Да, вот этот. Не верь всему, что пишут в газете. А. Аллигатор, вечер добрый тебе, приветствую, здравствуй. Здравствуй, аллигатор. Рада видеть вас у нас. Так, давай дальше. Слушай, а вот смотри, да, вы можете точнее стрелять из винтовок гаранда и пистолета. Держать больше урон в драке. Стыдно показаться. Вот в таком не стыдно показаться? По мне так синенький лучше. Да подажешь. Ну но хотя звезды кино. Да, там. Свои. Не, ну хорошо, что там не блестящий фиолетовый пиджак, как у Киркорова. Ну давай в чужичке походим, да? Свежий костюм, недавно постиранный. Ладно, ну у нас нам, он последнего его нам дали, по-моему. Да. Из этого. Да. Ну, так и не выбрали. А, он не выбрался, да? Нет. Вот. Переоделись. И пошли. Да, и тебе категорическое здрасте. Чё, вперед. А как ты его назвала? Боброси, да? Боброси. Красуется, красуется. Ребят, смотри, как красуется. Парни, очень красиво. Зацените. Так. Тачку. На прокачку. Ладно. Пойдем, да, подожди, подожди, вот там, с той стороны, на пригорке стоянка нарисована. Может, да? Там найдем что-нибудь интересное. То есть вот прям вот там вот. Ну, прям вот так, да. Ой, лесенка, вот лесенка. Ай, ребята, на красный ездят вообще, не боятся никого. Ребята, не переживайте. Лестница хотя там. Нет, переживайте. Нет, не переживайте. Да, нет, переживайте. Подожди там секунду. Там лестница. Там лестница? Сейчас, погоди, я забыл, у меня же чатик надо поправить. Чатик другой. Да, он может быть. Надо слегка. Окей. А то он просто это. Потом не отображался бы весь потом в итоге. Глотни сок там. А что-то не помогает. Сейчас прогрузится, ребят. И все будет хорошо. Ребят, не переживайте, вот этот серый квадратик справа, это чатик. Да, его можно не сразу узнать, но это он. Давайте присядем вот в эту машину, посмотрим. Окей. Дадут нам или не дадут. Ага, ну что было? You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Полиция, пойдем? Да. Здрасте. Вот еще. Да, такая же, по-моему. Я за твою машину руль сидел. Сейчас, погоди, секундочку. Что? Так, карта. Ой, городочек. Ах, так. Самара, городок. Робоцып, походка, ничего себе. О. Блин, что? Как отделить-то? Вот. А. С моей стороны. Вот видишь, это фотографии, это. А это вопросики? Там, где мы были уже. Фотографии? Там, где фотоаппарат нарисован? Там, где фотоаппарат, достопримечательности, которые мы, да, посмотрели. Так. А вопросики? Вопросики — это скрытые машины, обычно они какие-нибудь необычные. Поедем? Подожди, там желтый пистолет какой-то, я такой марки не видела. Ой, метки. Желтый пистолет. А, это место убийства, а флажок, значит, куда мы сейчас? Давай за машинкой съездим. За машиной? Вот, вот. Ну, вот, да, вот. Ничего там машинок. Вот. Ну вот, которая вот дальше вот там вот Голливуд, да, там есть такая машинка, только у нас еще пока, ну, неизвестно, где она. Ну, то есть надо уровень получить. Я твой резиноколес крутил, да. Ну, ты, которую поближе, там какая-то прикольная, которая поближе. Да, вроде бы должна быть. Не. Поближе к нам, в смысле, или поближе к нам? Поближе к нам. Ну вот, где доступ. Не, вот тут поближе. Вот. А, вот. Вот это, давай вот это. Давай. Вот. As you say so. Ага. Маркер. Там получился? Да.
Получился. Ага, сейчас. Серенький, все, его сейчас пошли было. К той машине. Сейчас, пусть поведет. Can you drive to this one? Не-не-не, аллигатор, с чатиком нормально все. Просто он подгоняется сверху. А, мы его видим больше, а вот на стрим он выводится меньше. Поэтому, как бы вот так. Я все никак не могу понять, как работает этот CLR браузер плугин, чтобы аккуратненький чатик запилить. Но ой, когда-нибудь я это не, сделаю. Не то. Да блин. Что такое? Я хочу приблизить. Это у тебя правый нижний. Правый нижний вот этот. А. Ну-ка. Вот, нам через дорогу и через... во дворик. Угу. Вот. Ну? Вот. Повесил все, по-моему. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, повесил. Ну, ё-моё. Ну, японский магнитофон. Ошибку какую-то показал. Я вижу, что критическая ошибка, дай мне закрыть. Гадский. Блин, он теперь мне окно не показывает. Да, что с каждым разом, ну капризней, капризней. Давай, широче. Сайбергост-чат пошел за чаем и заснул. Ну ты крут, мужик. Здравствуй, Сайбергост-чайлд. Так, у нас это, приченческие технины, ребят. Да. Похоже, какие-то серьезные. Опять уснул. О, как круто. Так. О, и микшер отпустил. Хорошо. Все. А так бывает, Cyberghost Child, да? Расслабишься, глазки еще закроешь так на секунду. Казалось бы, вроде моргнул, открываешь уже утро. Да. Потом и выморгнул. Тем более чай вдохновляет лучше, чем дьявол. Чем дьявол, да. Согласен. Да, привет, привет. Ща все будет. Запускается начальника. Картинка на мапа щёль. Пощёль. Второй экран прищёль. Так. Так, ага. Кресты. Да, шапку запустил, Лася? Да. Опять. Можно как-то это? Не знаю. Моя половина не действует. Ну-ка. В общем, ну еще раз посмотрим. Третий раз убивает бедную женщину за последние сутки. Да. Попробуй сейчас. Может, там во время названия. Mm-hmm. Так и смотри. А здесь есть пропустить? Нет. Адалыщ! Да. Yes, I'm aware that it's an election year. Mm-hmm. Keep a hold of your hat, counselor.
Опять нас переодели. А? А? Что-то костюм поменяли, тачку, это пошли забирать. На этом нас и поймали. Да, мазохистка, походу. Он там, кстати, заставку прикрутил. Ого! We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. А вот это... Я не буду говорить. Ну, прикольно так. Так, не то. Костюм меняем. Нет. Так, костюм, да. Угу. Так, тогда сразу карту, может, это, возьмем. Зацени лук. Да. Слушай, а покрути, кстати, камеры. А, не, мне показалось. Мне показалось, что Коул следит за камерой. Он просто, ну, параллельно повернул голову, так, как будто он это... Да. Cyber Ghost Child. Да, ну, в принципе, любой пьяный человек в любой ситуации, кроме как среди пьяных других людей, а даже и вместе с ними в одной комнате, это да, уже это опасная тоже ситуация. Уже. Не, она не мазохистка, аллигатор. Ей просто не повезло. Мы третий раз запускаем игру просто. Она бы даже и рада была, наверное, это. Ой, не то. Ой. Она бы рада была избежать своей участи, но, к сожалению, да, настал ее час. Вот. Да, вот который раз. На шестой улице. Да. Ага. Пять. Вот. Составы так уезжали, выезжали до пункта. Я не понял. Cyber Ghost Child, я не понял, о чем то, если честно. Видим, на чем есть. Да. Ну, получается, что так. Ну, или как минимум... Ну, в этот раз компьютер. Ну да. Он такой, еще раз хочу посмотреть. Такой, ничего не буду вам показывать. Еще раз хочу посмотреть. Это индикаторы. Коул, Хьюго Моллер был идентифицирован by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. Так. Не-не-не, вот нам нужно вот сюда. Вот туда. Да, точно на заправках. Всегда? Почти. Вот она. Другая машина. Не-не-не-не-не-не-не. Ой, пардон. Салон? За. А вот здесь идем? Не-не-не-не. Нет, за не. За здание? За здание, да. Ага. Там просто внутри, я видел, машина какая-то стоит. Короче, вот. Angel City. А, вот так вот надо заходить туда прям. Здравствуйте. И что мы в этот раз увидим? Воу-воу-воу-воу. Неплохо. А она всегда с нами будет? Ну, иногда ее, кстати, подменяют, да. А потом ее вернуть можно, нет? Ну, в смысле, еще раз ехать сюда. Сюда же, да? Да. А-а-а. Не, ну я, когда была в отделе нравов, упорно выезжала за самой понтовой тачкой, но в отделе нравов... Здрасте, блин, шевели. Чем ты там шевелишь? Короче, давай выйдем. Он там застрял, по-моему. Возможно. Ну? Вы что, персонально вообще подали? Так. А теперь поехали. Куда мы там? В ломбард. Ага. Да. Уже. Ой, аккуратненько, даже фару не кинул. Вот зачем ты останавливаешься? Вот зачем? Ну, дурак, что ли? Говорит. Проехал бы уже. Да, 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 и не мешал бы движению. Когда? Oh, slow and steady, come on!
Извините. Ну в прошлый раз мы нашли какую-то порезвее машину. Такую, она причем была не это, не секретная, а да, просто да, так. Я не, ну это... Прям помягче управлялась. Завершай маневр, тебя в школе не учили, что ли? Говорят, устал посередине, я все понимаю. Вообще. О, а там наверху, кстати, пленка спрятана. Я вот это единственное место помню. Да? Да. Там... А, вот эти кинопленки, это капец, они в таких местах. Жесть. Просто вообще. Я пытался их искать сам, честно. Да. Я на третий сдался. Мы стреляем, поедем. Давай. Почти полицейский. Столб не нужен всем этому городу. Столб — это не то, что нужно Готэму сегодня. Ой, прям вообще круто. Надеюсь, без заложников. Че, ехать толпочком? Зачем? Прикольно. А, нет, вроде не. Ой, ёшки, наших стреляют вовсю. That alleyway leads to the rear of the building, sir. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a beat on you like I did. Роу, мы радуемся за тебя, что ты сделал. Cop killers are the worst kind of scumbag. Так, что тут? Где? А, по трубе. Поборол судьбу и переселил карму. Это серьезный поступок. О. А можно его как в Assassin's Creed? Да-да-да, за шкварник, да. Вот прям так вот его можно застрелить? Не хватит. Смог вымыть посуду. Поздравляем. Полтора часа. Ну, либо ты как бы не сильно торопился это сделать, либо ее было так много. Во-в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 о
Ага, вот он там, вижу. Выше надо поднять фон, да, всё. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Я сейчас вот туда спешу. Ага. I'll lay down some suppression fire. Я не понял, где он. Тебе. Лепу, гад, сбил! Он нас через очки, по-моему, простреливает. Да вообще, а мы его нет. Ой, здрасте. Да блин. О, повезло ему. Колено. Ладно, сейчас все будет. Он что такое? Это пули непробиваемого. Ну. Сейчас. Stay in cover. Ой. Ну чё он, блин, в стойке оловянный солдатик. Ну. But these guys are done. Ой, да ну нафиг. Лучше сразу там поел, спал. Мне больше понравилось, что Ролл отнёс холодильник к разряду посуды. Это, кстати, да. Это прикольно. То есть ты из него ешь, я так понял. Открываешь холодильники. Вообще логично, я тоже так делаю. То есть холодильник это больше посуда. Ну, из него иногда едят. Контейнер и посуда. Интересно. Так, мы молодцы. Вон, видишь, и та машина. Иногда при каких-то миссиях, то есть смотришь, оп, машина пропала. Такая, блин, может там это, дело нрава мне не положено. Ну у них вроде у этих, у отдела у нравовцев тоже неплохая. О, типа вот такого. Нифига себе. Да, типа такого. Не, ну там хорошая машина, но я находила, что там вообще под то. Ты зачем это делаешь? Я это не сделал. Вот это я сейчас не понял, но все равно. Модно же. Ну. Почему? Не надо, я чувствую, как этот, как экзибит, там, где он эти экраны во все места пихает в машине. Экраны? Да. Нормально, проезжаем. Все рассчитано. Ну, не могу. Вот это тем более всякие. Останавливаются, когда не надо. Право купили, ездить не купили.
Да, вот то, что ездить не купили, это плохо. Лучше бы ездить купили, права не купили. Чего тебе эта женщина так не понравилась? Я хотел здесь срезать. А, вряд ли. Вряд ли, да? Да, очень-очень вряд ли. Ну там просто черненькое такое обозначено вот тут. Ну обозначено там много чего. А, ну да, косяк. Ну ладно. Разворачиваемся как буги. Вообще лучше. В общем, давай объезжай. Ставил столб в живых. Да. Я, кстати, узнал недавно, что ломбарды, само слово ломбарды, оно во времена зарождающегося средневековья обозначало титул. То есть ломбардами называли людей, это было, был титул как граф или маркиз. Да? Это был ломбард, да. И ломбарды, они давали взаймы рыцарям, иногда даже королям. Угу. По разным условиям. И в итоге в итоге было выгодно свалить от ломбарда и оставить ему все, что ты ему там отдал в залог, там, того долга, того, что ты взял. Вот. И вот по традиционно, те, кто что-то скупает и дает тебе денег за это, несоразмерно мало, вот их называют ломбардами. Нифига себе. А я думала, это барды, которые все ломают. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky to get it. Растем умеет торговаться. Так, два кольца. Угу. Два кольца. Посередине кол. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Колонку включать, ну да, ну это. Верти, ломай кисть. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. 22 канти. Что за проба такая? Ну, тоже не. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulane County. Прошу прощения, ребят. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Легатор, да. Может, тебе вот так. Ой, давай я уберу, чтобы тебе удобнее было. Просто тебе головой придется вертеть. Что будет удобней? Один, два, три. 3-2-1. Ну вот, нормально ловит. Хорошо. Пошли. Ой, картинка красивая. Люблю пион. What are we waiting for? Люблю перловку. Ее надо сначала замочить. Это, надо к слову. Take care of it. Замочить перловку. Это, да. Так, блокнотик. Блокнотик. Да, замочить оно так, ну, это вымачивается. Потом варить. О, давай, все. Ну, выворачиваем. Да, аллигатор все верно. Совсем офигели. Не, ну, с учетом того, что мы с крайнего правого перестраиваемся. Ну, он же видел, что мы перестраиваемся. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus.
purpose having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Moe. And how do we prove that, Melvin? Skipper ain't gonna like this one. Вот я их вечно плохо слышу. Я не знаю, может, мне на уши давит что-то, но я очень плохо слышу, что они говорят. Кстати, я заметил, то есть некоторые говорят, вот, типа озвучка не очень русская, как всегда все плохо, смотрите в оригинале. Начиная смотреть в оригинале, они там ту кашу жуют, то говорят тихо-тихо. Под мост, ага. Да, потому что оригинальная озвучка, она полностью имитирует происходящее в кадре. И зачастую вот эта имитация, она... А тут тоже. Так, значит, нам надо еще проверить. А нет, подожди. Вот проедем чуть-чуть вперед. Полностью на мосту мы можем там соскочить налево. Вниз. Не можем? Нет, не можем. Странно, что здесь не обозначено, что этот мост идет сверху, нижней дороги. Ну ладно. Сам такой. А где наши беды? Вот. А, вот. Теперь мы всем будем бить. Я вас... И твою эту. Да-да-да. Это Бобби. Ну, Бобби любил здесь. Приду из чата, начну писать, какой пошел увидеть моих. Понятно. We should keep this development with the rings under our hat until we speak to the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. You got it? I get it, Rusty. Just don't... Вот. Серьезно. Вот, видишь? Машину отобрали. Да, кстати. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Hey, can you give me a hand? Mm-hmm. I got a hard case I need to break. Good morning, ladies. А подожди, это он? А че его ворочает? Нет, что просто Фелпс вот особенно активно бегает. Вот, стой, стой. Вот, стой. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Mm-hmm. Так, jumps. Смотрим. Mm-hmm. Ой, тут, ты же тут голову конкретно. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Ну слушай, ну не как в прошлый раз, но в прошлый раз это вообще ж. Ролл весело у тебя, смотрим. Время чая, 5 o'clock. Это по какому этому поясу? Smell? Very good. There is the usual evacuation smell. But it appears she's been living rough for quite some time. Глаза запухли. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do.
Привет, Коул. Так, посередине нет? Нет. 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 А, хотя погоди, вернись. Сейчас вот так и вниз. Нет, даже вот так и вниз. Нет, показалось. Так, переступаем. Обязательно, чтобы она не выросла. Давай обратно там след крови. Ну, то есть оттуда пришел и... Не обязательно. У меня вообще ощущение, что ее убили не здесь. И вот эти брызги, это он так опять тут страшный свой идет. Ну, потому что она шла по пути, где ехал поезд. Да? Mm-hmm. Поезд проехал, он ее ударил. И она шла ближе к путям, ну, собственно, где поезд был. То есть даже если бы она шла между двумя путями, mm-hmm. мы бы увидели второй состав. С той стороны, а его там не было. То есть ее сюда принесли, опять же. Возможно. Тем более, она, видишь, как лежит прямо посреди путей между двумя вагонами. Good morning, ladies. Так, много смельцо. Букв. Милая Эвелин, я надеюсь, ты будешь читать это письмо в лучшем что? Вернитесь, пожалуйста, в лучшем состоянии, чем то, в котором ты была, когда мы расстались. Угу. Мы наговорили друг друга много лишнего. Пароли от своих имейлов. Ты тогда слишком много выпила, и мы обе... Что? Еще раз? Да. А нельзя так, да? Не знаю. А, да, нельзя, получается. Много лишнего. Лобби, знаем, какой ты бываешь после этого. После этого. Но я пишу тебе не для того, чтобы нападать и обвинять. Я хочу извиниться. Мое сердце чуть не разорвалось, когда я увидела, что стало с моей маленькой девочкой. Что она делает с собой? А, я видел, какое разрушает твое тело. Ну, короче, ладно. Тебе надо беруш носить с этой стороны. Да только Господь. Что-то там. Угу. Это не спам. Прочтите до конца, да. Странно, половина письма только. Зачем обрывать половину письма? Ролл, ну да, да, современно как бы научились анализировать там брызги крови, всякое такое. Компания. Юридический отдел. Could go over to the lot and see what they know about her. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Hey, can you give me a hand? I got a hard case I need to break. Maybe someone at Mensch's will remember her. Винный магазин для войны. Интересно, такой список странный. Ну. Главное, магазин виноводочный. Это чек для персональных items, не booze. Это не even worth investigating. Good morning, ladies. Кто там девочек подбит, я слышу. Да. Good morning, ladies. А чё, с мужиками переговорить, не? Да, надо перетереть. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me. Что он делал? I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no law against it. Take your beating like a man. Turn out your pockets, Ferdinand.
Я ни при чем, рука не моя. Classic karma. Измалевал. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. А это что, смотрю, у него губы какие-то странные. Stop. Don't hit him. Так. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Такой сразу, да. А, суперфан. А, губы краснящие, размазанные, боже. Нашел женщину, боже мой. Так. Ну, что-то как-то странно у него. Так, что он нам там сказал? Я просто взглянул. Ну, не просто же. You found her lipstick. What did you write on her body? What are you talking about? I didn't write anything. Блин, да ладно. Поверить надо было. Такие дела, прикинь. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. А вот, ну теперь уж точно. Теперь там, да. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. А чё я-то сразу? I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. Clyde, get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Такие дела. Такие дела. Так, у нас еще не игру. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shunting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Ищ. Так, нам нужно до телефончика прогуляться. Я слежу за тобой, негр. Как удобно это... Негр, я тебя, я про тебя сейчас сообщаю. Централ, имею в виду. Там про тебя знают. Говорю, так удобно, типа... О, полицейский телефон, надо тут это преступление сделать. Прикинь, детектив все время звонит. А какой адрес у этого бара? А у этого? А винный магазин? Там диспетчеры такие, да? О, Расти Кол у нас по барам шалюхается, значит, каждый день тут. Да. О, вот и тачкой мы не сидели, стопудово. Не, с такими окнами сидели. Даже это Space Invaders. Но она при этом командир. Ну да, то есть это краса, то, что она полицейская, да, нам засчитать? Ну ладно. А я бы мимо прошел, вот такой вот я. Бывает? Я люблю, как давай это, машину экстраполировать. Мое хобби экстраполировать, да. Машина коронера обязательно. Там кто-то сидит. Нет, показалось. А чё нет-то? Коронер ЗВМ. Да. Ладно, нашу машинку того. Поприжал кто-то, да? You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? В бар. Ты ведешь Расти. Да-да-да. Мы едем в бар. Расти не против, судя по всему. Да. Сайбергосчал. Да так и есть, конечно. Они просто вечером обзванивают знакомых диспетчеров и спрашивают у них, как добраться до лучшего бара в этом районе. Да. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. Those people are starving. They can't do that. They want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving?
Беседы на злобу дня. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. Oh, what do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay, I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Это реально он? Да не. Did you see Evelyn last night? No, I was at home. Writing. Честно говоря, начинаю уже всех подозревать. Профессиональная деформация. Ну, вообще, этот. Подозреваю. Фига себе. Резкий переход. Так. Демократия какой страны победит? В какой стране? Американская демократия победит в Ливане, предлагаю. Это. Не, он похож, но как бы... Ну ладно, как скажешь, вас двое против одного. Не, а ты что, в смысле, что хотел сказать? Похож, но... Haven't you got parking tickets? Не перманентно. То есть он похож в какие-то... Ну да, моменты. Где-то, да, где-то вот при определенных выражениях лица. Вот на рисунке в блокноте он мне его совершенно не напоминает. А вот когда на него смотрели сверху вниз, тогда да, он был похож. Ты бы сомневался, да. Я бы тоже сомневался, да. Только, ну да. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings? I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Он так медленно хлопает, да? Ну, может, не пару. Ну, может, не то чтобы не серьезно. А чё, я ничего. Ну, подумаешь, 20 лет сидел. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. Regular fifth column. Преступление. Nice to Борьба за права рабочих. Ну да, да, их гоняли же, милицейские кордоны там стояли, били их дубинками, гоняли по этим, по цехам, не давали им там. А вообще история, конечно, профсоюзов в Америке это такая, кровью писанная тема. А в Америке, блин, любая история кровью писанная, начиная от, я не знаю, от основания Америки. Основания Америки, да. Так, а чё не это... Так, стоп. Менша бар не зачеркнул. Давай обратно. Что там? Прости, блин. В заднюю комнату можешь пройти. Нам лестница. А, нафиг, не пройти. Да, кстати. Так, пороемся в бачке. Не? Нет. Кто-то бежал, по-моему. Нет, сказалось. Может, еще раз к бармену, не знаю. Вообще, бармен сказал, вот у этих парней спроси, как будто их там несколько сидит, а сидел один. Да.
Нужно срочно бежать за Хуаном и грести его лопатами. Не вернись обратно. Дор, вечер добрый тебе. Привет. Здравствуй. Здорово, Дор. А почему? Ну, в общем, короче, нет ничего, да? Да. Ну, обратно в бар. Не знаю. Телефон, подожди, телефон. Опять к телефону. Не. С чуваком поговорить. You're free to speak to the regulars. Just don't shake them too hard. А тут больше никого о, нет. Вот еще не могу сказать. А. You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Что-то не Was that so hard? Чувак был. Keep writing me, copper. Так, нам тут не рады. Алёш. Так, оглянись по бару, пожалуйста. Не, да, Динка. Больше нет. Всего. Значит, а это теперь, этот. А теперь. Искать. Просто я не помню, что тут чувака. Нет. Нет. Бару Маша еще. Давай еще раз к бармену. Ролл. А ты смотри внимательнее, смотри. Там будет еще. Она еще повторится минут через 15. One more time, pal, and I'll break your fucking jaw. Офигеть. Ну здесь видишь, не пройти никого. Блин, а почему меня зачеркнуто, а? Че не так-то? Газетки тоже нет. Голову морочите. At the moment, all I want to do is talk to the bottom of my glass. Короче, пошли отсюда. Чувака заметили, да, поговорили, что еще. К этому еще раз подойдем? Кому? Ну, к... Вот. Писатель. Ну чё, не. Ну, пустец. Да. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? What did you make of McCaffrey? There'll come a day, and it's coming very soon. We'll run him and the rest of his pinko buddies out of Los Angeles. Amanda's a suspect. For you. LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Got some fine stock here, Mr. Robbins. Well, you let us take you to the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking. Помнишь тогда в этом складе такой взял ящичек из собой так. Ну капитан-то там не потерялся, конечно. Да. Да, на складе, значит. She wasn't always such a loner. Нифига себе. Evelyn was reading Aristotle? Метафизика, Evelyn нафиги. Wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. А, так, стоп. К этому же. A
and she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Ролл, а... Это не про Билла Гейтса. Это у них с этим, с Дором беседа там. Не, а кому такие казнячки? Билл Гейтс. Ролл лично ненавидит Билла Гейтса. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Кегля. Роллинг's bowling alley. Maybe Evelyn did something other than drink for spare time. Прикольно. Так, и статуэтка какая-то. А, не все, сам по себе, да? Ну ладно. Я просто да. не успеваю за вами. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Из-за этого ее убили. О, хорошо. Бывает. Ну, на удочку вот так выглянем. Вот. Да вряд ли. Ну, мало ли так. Кто-нибудь бы в глаза бросил все. Не бросается в глаза, да, что тут наглухо забетонировано. А вообще город такой, да, серый? Да, да. Он мне Новосибирск напоминает. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Ну, допустим. Ну, дядька вроде не вроде это. Вроде, да, нормально, я пацан, да. Чего? Я поверил. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? How many people will be sad she's gone? I'll be one of the few. Он сказал, немногих огорчит, и... А, и я один. Я один из них, да, из тех, кого огорчит. Ага. Ну... Ну, вроде как искренне. Но до этого он стоял более спокойно. А теперь как-то с ноги на ногу переминается, сглатывает часто. Сколько перловку варить надо? А, до готовности! Как любят писать в рецептах. Не, ну просто... Я не знаю, как объяснить. Ну, она немножко... увеличивается в объеме. Такая мягонько становится. Да пробуй. На вкус пробуй просто, пока да, она там... варится. Как только замечаешь какие-то изменения, берешь так чуть-чуть и пробуешь. И как записываешь в тетрадочку, это называется постановка диагноза. Наблюдение за пациентом, да, с целью постановки диагноза. Иди за перловкой, у нее подходишь, значит, два раза в сутки, проверяешь медкарту, ставишь капельницы. Фига тебе понесло. Просто вы так описываете приготовление перловки, как будто это, не знаю, процесс там на семерых вообще рассчитанный. Три смены дежурить там рядом с ней. Не, просто в часах. Да нет, как другое там варится и все. Ролл, просто в чем дело? Там у всех разная плита, кастрюля, там... Перловка. Перловка, руки. Да. Это тоже бывает влияет, да. Короче, куча разных факторов вообще, ну, то есть...
Но она довольно-таки продолжительное время, она не из быстро варящих. Кстати, надо будет взять крылочек. Приготовить. Я в смысле, ты ее совсем не ешь или просто не готовил? Я ее не помню. Не помнишь? Да, я ее не помню. Ну так. Ну, не знаю, дядя, в общем, в принципе, как бы адекватный. Прям врать ему повода вообще нет. Вот единственное, что он может чего-то не договаривать, но. Что он сказал? Он сказал. Что она не сообщала, вроде как, да, откуда деньги, что они с кем-то поссорились, и она покупает алкоголь, чтобы его задобрить. Нет, смотри, вы с Савелием были близки? Он говорит, немногих огорчит смерть. Один из них. Он не ответил на вопрос, я бы засомневался. Ролл, ты слишком прагматичный человек. Я тоже так про еду думал, что вот вроде температура одинаковая, а... Как бы вот разные люди готовят и по-разному получается. Не, в том плане, что до нее по-разному дойдет. То есть, и, ну, там поставишь на большой огонь, оно так ших сверху проварится, внутри нет. Или там сверху уже сгорит, а внутри еще не дойдет. Так, в итоге. Я бы засомневался. Ну, просто мне. А я поверил. Ты бы поверил, да? Хорошо. Ладно. Сомневаешься? Сомнение, да, я сомневаюсь. When Evelyn bought the booze, вот did she say who she was meeting or where she was going? A young drinking friend of hers, I think. Don't recall his name. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Я не был в армии, Ролл. В армии не был. Я в это время учился, а потом работал. А вот сейчас? Ну, сейчас он как-то более активно. Да ж. Сядь удобно. Да, мне никак не удобно. Сядь как удобно. Мне удобно лежа. Так вот, закрыть глаза. И так. Не-не-не-не-не. У нас тут человек вообще-то это ждет. Поверим мы ему или нет. Дуалшок 4 там, да. Милли МакКефри. Лично с ним не знаком. Ну, в прошлый раз я был неправ, теперь ты будешь права. Сейчас так опа опять фейл. Ну, я просто не знаю, вроде бы сейчас он как что-то немножко хмурится. Да он хотя... в прошлый раз так же вроде себя вел, так же моргал. Не, он в этот раз глаза отводит. В этот раз он как-то интенсивен. Вот у него, кстати, выразительная такая мимика. Uh-huh. Некоторые смотришь, как-то немножко замылено. Так, ну мне кажется. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down and outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robinson. No problem. Пускается во все тяжкие. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Постараемся. Постараемся. Раз, и пошли, не клянчи выпивку. Так, а вот здесь пропал у нас сейчас? Зачеркнули? Зачеркнули, да. Да? Не знаю, может же ключ. Боулинг, роулинг, роулинг. Боулинг, роулинг, роулинг. Ну не знаю, у меня мама часто делает проловку, мне очень нравилось. Я, блин, и манку с комочками люблю. Не знаю, что прям такое там. Помочки прикольно. Левин Кинг. A message from Captain Donnelly. Return to Central. Go to. Левин Кинг, in or out. Let's not keep the man waiting, Phelps. Since 1922.
Не знаю, я просто не помню, что у нас в доме была Перлок. Овсянка была. Много чего было. А, о, пару расскажет. Ой. Нет. 211, the shots fired, 410 South Flower Street. Units that can handle code 3, identify. Транспорт-то не нужно. Никак это не нужно. Эта штука называется? Пожарный гидрант. Да, гидрант. Ладно, гидрант не вспомнила. Транспорт, помнишь? Транспорт был прикольно вспомнил. Да. Да-да-да. А ничего не можем поделать. У нас срочно вызывают полицию, капитан. Да, вот это. Код 2 меньше, чем код 3. Да. А вот так вот. Так вот мы сидели, блин. Доминировать. Да, крепкий гидрант. Качественный, хороший. Да. И заезжаем в кабинет. Так возьми, приготовь. Где лов-то? Ё-моё. Ты пока куришь, да, она приготовилась. Закинул, пошел покурить, вернулся, поел. Да. Внизу. Я так с гречкой поступаю. Ну, только без курева. Молодец. Когда что-то хочется, пошел и сделал. А если ждать, что это кто-то сделает, ну, это как-то... Evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know, Ray? As far as we can be sure, it said, Cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt. А жена, чтоб любить. Access, Phelps. Вот. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Я не понял, почему ему пришлось уволить помощника. Потому что он знал Джеймисона. Кто такой Джеймисон? Так это ж, по-моему, вот этот, который на мертвую женщину залез. По-моему, вот этот. Да? Да. Посмотри, да. Дэйв Джеймисон. Да, блин, не Маккафри. Да. Ну да. Котеек тоже любит, что-то прям это такой немногофункциональный. One love, roll, one love. Позвонит. А, позвонить, вот. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks, ma'am. Parker or Green? I don't know who'd be worse. You want me to throw this out?
You can drive. And where exactly are we going? Смотри, теперь бар зачеркнулся. Угу. Так, а центральное отделение ушел, поли... наверное, просто этот МакКефри. А центральное отделение не зачеркнулось. Ну ладно. То в бар, то в боулинг. Нет, неплохо. Нормально работа, да? Let me pose a question. Pens, what you got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. О, как. Интересно, у него метода. Ну. Hello, Rusty. Two on your usual lane? Mm-hmm. Какая бабуся милая. I'm Detective Phelps. Homicide. You must be there. What's your shoe size? You got a guy works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Let's go get him. Все время с таким надрывом обращается к людям. Иди куда. Не в дверь? Does the chicken come with fried tomatoes? Тернан, LAPD! Он сразу все бежать. Так, а мы, такой... может, поговорить хочем. Так, а блин. Хотим. Боже мой, фу. Оказалось, никто не слышал ничего. Не-не-не. Вы этого не слышали. Да-да-да, я это вырежу. There! Вот это правильный выбор. Точило. Вот это я понимаю. Номера сбоку первый раз. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. You gotta get me closer! Hit him! Clean this asshole off the road! Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lamb it. You know, your theories are not airtight by any means. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. This isn't the killer we can at least get reckless in danger. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Никуда не денется. Put your hands in the air! Put your hands up in the air! Put your hands up in the air! Ран-нига, ран-нига, да. И полиция бесплатная дегустация. Действительно. Эй, вы, молодой человек, бесплатная дегустация, идем сюда по одному! Да. О, ты чего оставили, хорошо. И починили. Спасибо им. Да. На такую сумму поеду. Почему не на номера раз? Покрути камеру. Вперед. Ну, что-то было у меня. А, не знаю. Вроде ничего не мешает. Так, блокнотик. Так, квартиру давай. Навестим. Поскучились. Вообще просто. Это однажды кончиться должна. Или нет?
Кончится, кончится. Всегда кончится. Окей. Сколько таких он лискунов по дороге валяется. На МКАДе особенно. Добрый. Интересно, вообще подразумевается вариант, допустим, зайти с черного входа? Просто прикол. Подразумевается такая вот. Ну они как бы все обычно есть. Хипстахит. Бег с препятствиями. Макарон. Ой, там адреса. Ой, есть смысл. Почтовый ящик, да? Окей. McCaffrey is in apartment 6. Ой, куда-то не туда. Да, я задумался. Так, погоди, что... Я сомневаюсь, что... Возможно, где-то тут. А, нет, а вот... смотри-ка. Да, я слева точно. Ничего себе. Почему не с ноги? Аллигатор, слушай, ну сейчас как бы не с этим. Со сутами может быть проблема. Honor, с ноги? Дэнс! Да. Так, заходим по одному. Подожди. Что тут? Ничего. Даже не грязь. Так, на кухне ничего. Что тут? О! Что-то интересное. Даже искать не пришлось. He said he was at home. Боулинг, роулинг. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can ride him up for that. The citation, please. Рубашку, по-моему... А, или рубашка не... А. Никакого этого не обращается. Ладно, что там за письма? О! Вторая часть письма. Угу. Found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Ah, там книгу еще можно было. А все уже зачитано. Ну просто интересно, книга. Junk. Хлам. Жди. Книга называется Хлам.
Не, разве The Mentals of Critical Theory. А, критика часового этого. Как её там? Часового разума. Угу. Ну, короче, нехило такие книги он читает. Ладно, пошли, дальше. That guy from the papers. Здрасте. Здорово. Solved that big case. Ага, со. Сколько? А, вот. Опять придется драпать, наверное. Или драться. Да. Шляпу беречь надо. Гровнер Маккафри! Же говорю? Да ё-моё! Дайте поговорить! Ой, ой, да куда? Ну он не управляется от билета. Маккафри, бибип, стой давай. Ну все эти, ответы. Вот, и куда? Давай. Стой. Маккафри, you're under arrest on suspicion of murdering... С левой. Downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tyrannan set him up. I don't think that asshole Jameson did that to you. Now, whoever you think was that Dahlia fuck. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Да-да-да, ну он просто с левой так, чтобы не расслаблялся, пацан. Что это он, понимаешь? Удумал. Ты либо быстро бегаешь, либо хорошо дерешься. Да. Либо сидишь и не отсвечиваешь, да? Да, тоже вариант, кстати. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan is a one, Caffrey's a two. I want the confession from one of them. Да к нему ряд вопросов уже возникает. Капитану к этому. А, сейчас называется «Угадай, кого я хочу засадить». Кстати, да. Кстати, да. Ну ладно. Томас здесь. Здравствуйте. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. А, с ним тоже уже поработали. No. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Я едва знала. Так, что у нас из улик там? Тиран. А, блин. Там этот. Вот. Покупка алкоголя для него. Угу. И. А, ну Керлин не занеслась, да, сюда? Да, нет.
Да-да-да, Сайбергостряп. Короче, по идее, покупка алкоголя должна что это. Хотя... Хотя... Для одного парня. Да. Вину. Ну... А он же упоминал, да, в рассказе, что этот парень в боулинге работает. Да, но он сказал... Не сказал, кто именно. You should let me go now. I've done nothing wrong. Кто бы говорил? То есть непонятно, сойдет это за улику или нет. Мы можем использовать интуицию. Давай. Ну, так, не вот осталась ложь. Да, и теперь посмотрим. Все убрано. Рили? Слушай, забава, все убрано. Это точно была интуиция, а не... А не чит какой-нибудь. Или бага. Слушай, ну осталось. Первый раз такое. Правда, что ли? А как? То есть, если у нас нет улик. У нас нет улик. Указать на ложь. Чё? Ну, по его виду, я бы вот был склонен либо к лжи, либо к сомнению. Да, я тоже. Чё? Чё? Ну, либо у нас улик не хватает. И получается, что у нас просто нечем ткнуть ему в рожу. И все. Вариант такой. Keep lying to me, and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? И вот тут, да, и вот тут бы какая-нибудь улика, но увы. Увы. Да, слушай, Сан. Или, может, в том неправильном вопросе-то, да? You don't ask, you never find out. Неправильно. А, да, может быть, в одной из фраз, да, должна погоди. Была... Не-не-не, погоди, открой блокнот. Просто? Не улики. Я другое не могу открыть пока. Да? Да. Там же надо... Короче, по-моему... У нас бар не зачеркнулся, короче, какой-то вопрос мы не задали. Кому? Ну, этому, Гросс, как его там? Поэту? Да. Я, по-моему, там он должен сказал, что она вообще с вот этим вот... Короче, да? Короче, мы это самое, да. Фейл, ну фейл и фейл, давай, короче. Истина. She was old enough to be your mother, Tiernan. Are you banging her? That's none of your business. You a mama's boy, Tiernan? Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Yeah. No. No way. Спокойно сидит. Ну и дала поклонство, да, там еще тот дядька подтвердил. Ну да, он сказал, что она его боготворила там. Угу. Окей. Нифига. Угу. He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. And he had nothing but vitriol for her. Он с таким этим остервенением говорит. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. I don't remember. Ну, как минимум сомнения на этот раз. If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. Черт. Он уже сказал, что она покупала бутылку. Хотя, блин, там уже не сказано, что именно для него. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. И ну, у него дома был найден ключ. Это у поэта был найден.
А, у поэта, да, точно. Держи. Ебанч. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. Mm-hmm. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Опачка. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. Oh. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Да, ГГшечка. ГГПГГ. I was door knocking all morning, but I gotta make on the car. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. А, это книга. Подожди, книга. Просто. Ну, тут-то вопрос был какой. Какая у них связь, да? Он сказал, что типа, редко ее вижу, да? Было мало с ней общего. Ну, что он скажет на уши? You have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush and a boring one at that. You can't link her to me. Мою связь с ней. Ну, как бы опять, то есть, книга или... Ну, по идее, связь с жертвой, то есть, я там не знаю вообще, кто она, но при этом у нее его книга, да? Ну... Тут как бы такой момент. Либо книга, либо тогда обвинение. Потому что прямая не, явная угроза. Ну, это не связь. Просто я не знаю, тут парень виноват. Как бы связь между жертвой и им. Без какого-то третьего лица. Конкретно, что у них это? Тогда ну, просто, только, ну, да. фейлить по полной, да. Давай. Haven't you got parking tickets to hand out? We know that you thought enough of her to loan out your copy of the Metaphysics. I what? I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? I was livid. Looking up at me with that stupid face of hers, begging me to forgive her. Aha. Very good. That's one to you, detective. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Вообще, я не знаю, нам не занесли в список улик фразу. А соседка вот этого чувака сказала, что когда он ночью бухает, утром он на голубятне. Угу. И? Как бы помогло? Ну, не так. Не, ну просто, ну ладно. Блокнотик. Можно еще? А, еще связь могла то, что разорванное письмо, наверное. У жертвы Мака. Ну, книга тоже прокатила, да. Так, где вы, значит, были ночью? Непонятно. Ну, у него это брови. А чё? А я ничего. Вон, видишь, вот это вот.
Это как бы характерно. Ну, такой, а прокатило ли? А, не знаю. Ну, надеюсь, что прокатило, но могло и не прокатить. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the fifth column. Some of these поверить? People will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. It's your funeral. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Ну так-то да. Вообще. И типа, и что ты скажешь? Ну так-то он вообще сказал, ну, дельную фразу. Только что на нее ответить-то? Что делать-то? Не знаю, я не понимаю эту игру. Ну, в смысле... Не понимаю, я не знаю. Ну... Давай поверим по приколу, а что-нибудь. Он как-то ухмыляется. Да мудак, потому что... You guys got somewhere you need to be? You're ruining the ambiance. А не, у него опять это. Ну вот вначале кого-то так, знаешь, сидит серьезно, типа, вы неужели у меня считаете таким, типа, настолько тупым? А сейчас у него это опять хмыляется. Ну. If it was planted there, some evil mastermind must be at work here. You got a name, McCaffrey? Тернин. Да вот то придется переигрывать. I was under the impression you thought Тернин incapable of tying his own shoelaces. It's either gonna be you or Тернин, Гровнер. Make it stick, detective. The party has good lawyers. И что теперь? А, телефончик. I got the jitters again. Телефончик где-то тут. Вот он, например. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Said she never saw it. Phelps, 1247. How could I help, detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft, dishonorable discharge from the army during training at Syracuse, assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thank you. Гасин? Такой себе персонаж. Да, и что теперь? Опять к нему? You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Никогда не привлекали за насилие? Да ладно. Так, улика записалась там? Ой. Нападение. И нападение. Ну, хоть что-то мы не завалим. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Есть метода, чувак. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore!
tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her! Опа. Получила то, что заслужила. Ну, слушай, ну тот такой, типа... Все равно капитан хочет посадить того чувака, который красил, который целовал убитую и стырил. Ну это да, но тут моего нам хотя бы не пришлось это... Ну это-то да. Ну, короче, мне кажется, тут явно он агрессивный очень. Как? Ну, как минимум. Тот, типа, да, друзья, ну там, но он, помнишь, как он, типа, вот он ей угрожал. И он говорил так, ну, каким-то сожалением, что вот она теперь мертва. А это, типа, о, так ей и надо. Как считаешь? Ну, вообще, да, но как бы, с учетом того, что их всех явно подставляют. Ну, там, тут же надо какой-то разницы. Выбор сделать. Да, вот этого чувака посадить, он мудак. Governor McCaffrey, I'm charging you. Быть мудаком, конечно, не преступление еще пока. Ну да. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot at a prison graveyard. Роу, просто негров не судят. Ну, не в том плане, что их не судят, а в смысле не заморачиваются до суда, как бы там решают все на месте. Да здравствует суд Линча, да? Да. О-о-о! Вот одной улики не хватило, видишь, да. Вот с вопросом. Автомобиль мы когда. А, да, мы. Ну там. Есть время написать сенсационную мемуару, боже. На выбор либо работник. Либо вот этот писатель. We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon is in worse shape. That medic is the crazy, the bravest man alive. Can we rally with the first and try for the Namboos? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with two Namboos and infilade. Mate, we can lose everyone. Mate, lieutenant! You back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions. We only have minutes. I'm in charge here, либо Sergeant. You should be off the bridge, lieutenant. What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, lieutenant. What's your unit, Sergeant? My company, 22nd Marines, lieutenant. And we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot. You have 10 men left. My orders are to save what's left. Move out! Boy, it's a good one. Я говорю, вот этот вот звук, как в этом. Добро пожаловать для посторонних, вот воспрещен. Там девочка ходила, это, которая типа это всем стучала, такая. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline, like the previous letters, gasoline. So I can't lift the print. Он каждый раз так говорит. Gasoline. Его раздражает то, что он... Не получается сделать свою работу. No one else but the killer. Кто тут ленится, а? Ну-ка, давай, половину. Да меня вырубают. Письмецо. Слушай, я вот не понимаю, а у меня такое ощущение, что из вот предыдущих убийств, что? Из предыдущих убийств Mm-hmm.
suffer woes, which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. Поэзия. Is from the Dahlia maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Terrellson murder, not to mention the Mueller case. Hang on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have five birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed... What does he want it to... Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay. It's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with two meanings. A symbolic meaning. That's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Could somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. That's what I'm thinking. Swipe at me. Put him down in my sap. Главное, ранг видел, он так... Все никак. Чуть-чуть не дотягивает, да. That looks like a beauty. Здесь мы выйдем? Возможно. Я, по-моему, больниц. А, больничка. Извините. Сорян. Сорян, пацаны, да. Палата, я ошибся. Ой, да. Не тут, да? Куда ты ломишься? Да ешь. You drive. I need to go over the case notes. All those cases, Rusty. What have I been telling you all along? You've got to get this guy. I know. Enough women have died. Yeah, and it's our asses on the line too, Phelps. You heard what the captain said. The department is not going to take responsibility for all those bad convictions. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it done with. Сейчас, ребят, секунду. Барракуда вернется, и мы продолжим. Rather you than me, Phelps. Это с чего это вдруг? Ну фонтан поломает. Так и что?
Лезь вон там. А так забраться это целое дело на самом деле. Опа. Пещера там. Plants which curtain out the day. Where next? Аллигатор, а мы Расти запряжем нас возить? Да. Нет-то? Пока он везет, Фелпс отдыхает. Нормально. Так, чё это? Элизабет Шорт. Бетти Шорт. Black Dahlia. А Бетти Шорт это пишет. Ладно. Бетти просто пишет за вас. Ну, Элизабет, Бет, Бетти. А, Бет, yes, да? Elizabeth Short's social security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? Ну-ка. You got a city map? Карту нам. Так, что он сказал? Там горы, растения. Пещера, растения. Пещера, растения, погоди. Семь цветов. Не уходи так далеко, что-то. Может, рядом где-то? Ну да. По достопримечательностям давай. Сейф. Ну вот, где фотоаппараты. Городской архив. По-моему, самое то. Видишь, растения и горы. Горная пещера, увитая цветами, да, в поле с потолка свисает люстра. Ну, может быть. See if you can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. Apologize immediately. Например, это. I'm sorry, sir. Сделай, что водитель не знает. Расти, давай. Him. It's really him, the fuck who killed the Dahlia. Can you believe this? He's leading us. It's his game, Rusty. He may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. We clip this fuck and we get citations. Ну да, скрипка линия, да, мечта построена, да. Кенза пушит парк, он не сможет отсюда. Да. Я думала, ну как бы, видно больше, чем улица. У них вот есть вот такие бульвары, вот это, да, уже там по длине, по размеру. А стрит и авеню, это, да, вот так, стрит и горизонтально, а авеню вертикально. Ну так-то, конечно, да, помогает. Хотя, как показала практика, это очень плохой подход к архитектуре города. Да? Ну, там, да, у них много потом транспортных проблем, чисто систематических таких выяснилось. Из-за красиво того, так, как, да? Красота. Слушай, классно сделано вот то, что вниз через витраж люстры свет попадает. То есть внизу такой. Смотри, вот единственный раз, когда... Там блестит. Блестит, да, я видел. Детектив, LAPD. Да, блин. This is very important, sir. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the maintenance room. Тут что-то блестит вот. Вот я только один раз вот это нашла вот здесь и все. Да. Да. Тут еще значки. Ядрить. Ядрить, да. Не, ну я можно, так понимаю, конечно, это все упороться. Ищется, короче, по этому гуглам просто вообще. Да-да-да. Потому что они тут, ну, сильно переборщили. Ну, видишь, 5 скрытых машин. А, да, слушай, прикольно. Ну, получается, просто в таком городе нет ориентиров, по которым искать. Меня вот в 4-м GTA, например, напрягало искать этих попугаев. Ну, не, голубей, да. Ну, то есть,
вообще нет никакой связи и логики между нахождением этих. То есть надо просто серчить, вот просто. Да-да-да. По всем углам бегать, искать их там, так, вот такое. Угу. Хотя, например, вот в этом... Вызвать там... Нет. Нет? Нет. По имя ему... Infamous. В Infamous, это... например, 300 осколков. Но при этом есть механика, позволяющая их искать. Ну, то есть, хотя бы место найти, где они, хотя бы направление. Ну? И что? А куда? Иди дальше. Куда дальше? Не пойму, тут же должно быть где-то... Там через какое-то боковое помещение, по-моему. Да-да-да. Через вот это что-то. О, здрасте. Здорово. Через окно собираешься идти? Да, вон же лестница. А, вот же лестница. Не бегай просто, он это, он хуже управляется, когда бегает. У него занос большой. Better you than me. Be careful. Could be a trap. Ну. Ляпу потерял. Да. Кому управлять-то надо, не помню. Не знаю. У меня написано только вперед-назад. Я не понимаю. Ты... Зачем? Зачем он скинулся? Я не скинулся, он сам падает. Ну то есть я вот влево-вправо пытаюсь сделать, а он не реагирует. Да? Он реагирует вперед-назад, да. То есть вот я иду вперед. Вот как бы нет, ну, он не подчиняется. А может правым стиком? Вот влево-вправо покрути? Нет, просто наклоняется, нет. Да? А эти? Эти наклоны. А, ну вот влево-вправо у меня написано, типа, удерживать равновесие. Ну окей. Жми диагноз, чтобы развернуть. А, я не хочу разворачиваться. То есть надо просто резче дергать, что ли? Ну да. Короче, он только полностью на твоей совести. Ну, странно. Ну, он, но он не реагирует, на самом деле. Ну, то есть вот я его дергал влево-вправо, он как стоял, так и стоит. Как падал, так и падает. Окей. Ну, вот, вообще никак. От слова совсем. Вот. Иди уже, Фелпс, господи. Спасибо. Часы. О, часики. Deirdre Muller's missing watch. Да. Офигеть, вот прикинь, такая история. Я уже этого себе не помню этого всего. Клёво. Гироскоп, ролл, гироскоп на PlayStation считается, здесь только стиком. Temple's high of man's ear and eye. Дедал. Написано Дедал внизу. Е в этом. А Е, ну, который. Где Дедал, я не вижу. Ну, вот, а, Дедал, вот это старое, да. Опс, ё-моё. Какую вещь помог? Я его тащу вниз, а он тянется вперед. Ну то, что нужно в пике раскачивать. Это дело не в этом. Ну, прыгай, как там? Чё, ты как прыгать-то? Ну, прыгать надо, я просто не знаю, на все кнопки. Блин. Да, мы на компе. Блин.
That was too close. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. В этом деле должен быть максимальный ущерб городу просто. Wristwatch. A Molder Dame. Yes. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Да, Том Райдер устроит тут. Так, карту. Что-то там. Ну, я даже не помню, что там было написано. Дейдалово крылья, помню. Ну-ка. Это у нас тут. Не, не то. Нет, там где фото. О, не, вот это. То, что мы сломали. Да-да-да. О, не. Не-не, далеко-далеко. Ну, недалеко от сквера, да. Древнеегипетская мать. Хм, надо же. Ну, я правильно отметил. Машина ничего не показывает. А иначе бы он не написал вот там слева? Угу. Слушай, а вон там, смотри, впереди, там машина справа. Впереди справа. Да, ну, видишь, такая синенькая с бежевым верхом. Давай попробуем. Пару никаких клево. Дверка так открывается, забавно. Ну, по идее, у нее должен быть этот механический убирать. Ну да, вон потом не стоит. Да. Ладно, давай пройдем. Watch where you're driving, you maniac! It's experimental from all his victims. This guy needs to be taken out of circulation. He takes pleasure at stringing us along, demonstrating how much smarter he is. He can enjoy it while it lasts. Got you now, genius. Coming for you. Не считается. А у них было такое прикольное здание, да? О, труба. Любимое мероприятие Кола. Блин, а я там сбиралась там и там и там. А тут труба есть. Ё, просто я её не видела в прошлый раз. Или всё равно придётся. А походу всё равно. Подожди, а где это должно быть? А, где-то, наверное, ещё выше. Кодиум, вечер добрый, тебе приветствую, здравствуй. Здравствуй, Кодиум. Мы залезли и... Вот. А. То все равно еще. О,
наши любимые. Может, надо этими стрелочками, да? Не-не, написано было стиком. Просто вот он не реагирует. Либо я слоупок. Вам надо резче как-то это делать, не знаю. Вот. Как этот сволец. То есть на третий раз он совсем падает. Да-да-да, без вариантов, да. Блин, тут широкая доска, что-то это. Угу. Значит, все-таки реагирует. И где-то здесь, кстати, тоже, по-моему, есть пленка на здании. Да? Ну, может быть, я не очень помню. Точно не скажу на 100% за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. О! Окей. Фелпс, собрался? Sometimes a step backwards is a step in the right direction. А, зашибись, а тут спускаться. Да, блин. Антонио's necklace. Да, Антонио. Round which death laughed, sepulchred emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. What is it this time? The religious medal from the Maldonado case. The Dahlia, Moeller, Maldonado. When this gets out... We still have to find the guy, Rusty. Another poem. You must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. Да на нас и так все держится. Мы вырасти. Это декорация. Не, пополню тоже. Ну-ка, возьми или левее. Так, это больница еще левее. Хорошо. Не-не, ниже. Ниже. Где же? Не, левее. Не, ниже. Подожди, вот этот знак вопроса, это что? Во. Сначала все время думал на декорации. Угу.
Так, битумные озера. Точно, я еще потом читал, что за это битумные озера, это, короче, природный асфальт, короче. Озеро с природным асфальтом. Угу. И... Природа кого-то закатала в асфальт. Да. В лучших традициях сицилийской мафии. Да-да-да. Сицилийская мафия. Да, это так. Да ладно. Короче, давай на эту тачку и поехали. You're behind the wheel. Вот именно. Я вот не знаю, как ему незаметно удалось в этот... We're gonna catch hell for this. Banging up innocent men. The newspapers will crucify the guy. They won't have time to wonder about our mistakes. We'll be okay, Rusty. As long as we catch the guy. I hope you're right, Cole. We'll be famous if we make this case. Да нет, она просто... По-моему, тут где-то то ли значок, то ли кинокранк, но куда вот это вот домика стыбить. Вот туточки. Во. Надо же. What are we waiting for? Блин, а если вот значки, ну то есть где-то рядом, может в остальных местах, ну, его нет, ну вроде. Блин, а куда надо? These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Как-то... Нет. Не думаю. Просто прямо. Угу. Very funny. Стоит, ржет, ё-моё. А чё мы везде лезем? Я б его послала. Какого пошлёшь? Погоди, 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 погоди. А, вот. Вот Пирс. Whoa! Get a move on, Cole. Those boards are sinking. You want to end up like the other fossils? Короче, где видно, туда и надо идти. The gangway snaked around, Phelps. Can you see it through the car? You rusty. You просто. Steady. How you doing out there? I'd be doing better if you were the one trying to get across this thing. Я согласен. Я так понял, платформы проваливаются. Mm-hmm. Блин, такое бензиновое озеро. Стена по нему. Ну прикольно сделано. Ну. А у меня какая-нибудь шейдерная водичка. It's at the forefront of my thinking. Steady. Тут остров. Да. Уж не лень было еще сюда. Помнишь, это в зеленом платье-то? One of Teresa Terrelson's shoes. A sphere which is as many thousand spheres. Okay, where to now? White shoe, and another stanza from the poem. Oh, I really thought that hobo bum did the Terrelson brawl. Confessions from the insane aren't the most credible evidence, Rusty. Is this thing over? It's all part of his power over us.
making us run round all over the city for the crumbs he's leaving us. So if we keep this up, we can find the guy? Так. Что-то там было про сферу, да? Не, ниже. Вот, вот этот вот значок. Этот. А, это автомобиль. Значит, дальше. Да, вот. Не. Выше. Это. Нет, выше. Вот это. Нет, не больница. Выше. Фу, блин, ниже. Ну там, где знак вопроса? Не Терновый венец, а выше. Вот. А, это второй, блин. Где-то. Где? Личная библиотека. Это точно не это. Вот оно. Вот оно что. Халыч. You can drive. So this guy looks out for women in bars who've had too much to drink. Who are emotionally disturbed. Need a shoulder to cry on, he plies them with booze. Probably offers them a lift home. Then beats their brains out and strangles them. Could be any schmo hanging out in a bar. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's very controlled behavior. Жалко, что в архиве красиво все. О, лабиринтик. On it goes. What do you think we'll reach the end of this thing? Okay. The center of the proverbial labyrinth? How long's a piece of string? How many unsolved murders have we got in the city? Ah, what a legend. You ever been in here, Gallery? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. You shall not pass. I want to wait here and have a quiet smoke. Think about hidden meetings. Да ладно, опять нам? Ну вы издеваетесь. Ай, карту убрали. Так. Выпусти красную ракету.
первого раза, понятно, да? Once belonging to Celine Axford Henry. А, кольцо с гранатом в лётчестве, ага. Понятненько. Thrones, altars, judgment seats, and prisons. No, it couldn't be. See? That was I found Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? I saw his picture in the paper. He Блин, мы же быстро нашли ученого. Надо же, это я это. Я помню, мне в прошлый раз не удавалось так первого раза дойти. А по правилу правой руки? А не, я не знаю, я просто шла наугад. Да. Я помню про правой руки. Но в этот раз, по-моему, я далеко не так шла. Так, карта. Что у нас тут? Судьи, статуи, все умерли, все плохо. Пиары, да. Мне кажется, наконец-то надо, по-моему, сюда. Нет, не. Автомобиль, не. Ну вот декорации, да? Не. Вот. По-моему, сюда. Да? Еп. Прости. Раз мы тут это лазим на всякое. Капец. И в битуме, и наверх, и в лабиринты. He's leaving us this trail of evidence. Ну Расти, ну то есть старший детектив, чтобы ничего не делать. Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy, who had the stouts with God. Very good. You thinking about reading some shit? All that egghead stuff? I'm sticking to the funny papers in the form to sleep better at night. Medical science offers you proof positive. Огошки. Да сейчас уже утро. Давай сейчас. Будет нас подходить. Да что еще? Ну. И. И давай. И. Ну что это там? А что не заходите? Тупо. Слайд-шоу. Пытка номер два. Смотри, это исчезает, это не. Ну и? Что за нафиг? Thank you.
Может, на тот участок зашли? Ну, помечено этой. Давай выйдем снова. Вышли. Разворачиваемся. И снова заходим. Такие, опа, там же свет горит. Ну? Давай осмотрим снова. Первый, по-моему, что. Угу. Ну тут калитки, но в них не пройти. Это свет горит. Как канализация. Главное, карта пропадает. Угу, то есть как будто там должно что-то сработать. Ну, но не срабатывает. Бабуля. Ур Йорик Эласанюрин. А, блин, в машине погодись. Давай. Смотрели, куда мы приехали, да? Убийца, выходи. Мы приехали, выходи. Ворота пустые. А он не выйдет. А скиньте труп. Пошли еще раз бегаем. Давай. Открывайте ворота. Пришла коляда. Это фу. He's sending us to that movie set they made for Intolerance. I think the message might be on the throne there. Didn't I read about you shooting that place up 6 months ago? We've all got to make our name somehow. Нам не сюда получилось. Ты видел? И как это произошло, Юля? You drive. I need to go over the case notes. Заверить. That price is outrageous. Игра такая посмотрела на нас. Короче, эти чуваки не собираются уходить. Все понятно. Не, ну просто зачем оно его тогда отметило? Ну то есть там осмотреть этот церковь. Эл, давай, да, давай, удачи тебе. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи, Ром. Сладких. Дата. Тоже непонятно. Что ли забраться на то? Да, в прошлый раз мы тут навертели. Тренированный человек. Jesus, now look what you did. Hang on, Paul. I'll get you off of there. А куда прыгать? Никуда не прыгать, он у нас наоборот на месте и держаться. А, да, я понял, надо было. Ну ладно. Я неправильно понял задачу. Окей. Jesus, now look what you did. Hang on, Paul. I'll get you off of there.
Сали просто вообще You gotta make it to the next platform. Get that thing as close as you can, then jump. Ну. Я все кнопки жал. Куда нам? Да вместе, я думаю. А, вот и дом. Да? А, Тайфайтер. Эвелин Саммерс. Как это готичненько. The place he calls home. End of the line. Ну хоть не пришлось там это как-то извращаться, да? He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. Did you find another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. Сейчас, секунду, то есть придем, чтобы это сохранение это. Ну, по-моему, теперь уж точно должно быть в церкви. Да. Да. You know the way. You can drive. Что-то эти декорации мне напоминают игру Uncharted. То есть там все стоит веками, но как только появляется главный герой и это там дыхнет на что-нибудь, все ломается. О, вот так вот прям. Блин, место жуткое. Слушай, это этот. Вот. Здесь эти. Арматура от этого забора было пробито окно. А, кстати, да. Девушка. Возможно. Ну да, похоже очень. А что случится дальше, мы узнаем в следующей серии. В лучших традициях сериалов. На самом интересном месте. Да. Спасибо всем, кто нас смотрел. Yeah. Да, всего вам хорошего. Yeah. Yeah. Сладких снов. Yeah. Я за, хорошего я за дня. Сны. Да-да-да, сейчас будет, сейчас всем будем слаб. Аллигатор. Yeah. Пятюню тебе. Yeah.